Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Доброе утро, друзья! С вами я, Нестеренко Слава, и это сериал «Стройка за миллиард». Сегодня мое утро начинается с того, что мне нужно перегнать вот эту машину, потому что эти ребята капризничают, и поставлю ее прямо вот к этой машине. Бьюик. Только что положили сюда арматуру, ребят. Обратите внимание, ее диаметр. Моя рука, а это арматура. Я не знаю. Скорее всего, это 36. Офигеть. Я такую никогда не видел. Камазы, 36. Даже Андрей, смотря на нее, на эту арматуру, у него поджимается кое-что. Ничего мне не поджимается. Сегодня мы продолжаем работать с нашей стенкой, но мы изменили тактику, потому что клей у нас двухкомпонентный, кстати, дорогущий, пипец, одна туба 150 шекелей. Мы клеим на него, и надо минут 20 для того, чтобы он схватился. Зацева? Лямудим? А, зе имца? Тайер и Надя размечают центр свай, где будет. А Мамон обмазывает сваи битумной мастикой специально, потому что здесь будет засыпаться земля. Вот по этот уровень, вот по этот уровень. А, здесь у нас есть метки, к которым привязаны сваи. То есть вот мы по этим меткам, вот у Нади уголок здесь специальный, уровень, арматурка. Нужно точно-точно все выставить. Вот такая вот сложная система. Ребята залили здесь вот такую вот маленькую стенку. Для чего? Для того, что в последующем сюда, вот именно сюда, будет засыпаться земля вот по этот уровень. И эта стенка будет как опорная, такая сдерживающая. А еще для меня сюрприз, оказывается. Ребята сделали вот такую опалубку вокруг свай и просто забетонировали. Мои флянчи сказали мне до свидания. Залили бетон, ребята разбирают сейчас опалубку. Да, сколько? Ну метров, наверное, 20 уже готово. Сейчас пытаются сделать еще одну опалубку туда дальше. Сегодня тоже здесь уже будем заливать. А вот ребята носят 36-ю арматуру, которая весит больше 100 килограмм. Я не знаю, как они ее поднимают. Вот вчетвером один прут. И машем, и машем. Вот ты здоровый, а. Здесь еще одну пхать мы сейчас растолкнем. Одуреть. Как по мне, так одуреть. 36-я арматура. Это же такое здание, 35 этажей. Как все дела? А что, приехал? Работать, как ты. А что делать? Ты же он это, даже не в форме. А размечать? А мне не надо будет. А что размечать? Что размечать? Потом здание построить, а дальше на входе повесить. Ссылка на YouTube-канал. А что размечать? Что размечать? Как это называется? Каб Рапсона. Линия Рапсона. А, линия? Линия, как это хрень на русском? Басис, фундамент, основание. Так точно. А, окей. Обратите внимание, как ребята проводят свое обеденное время. Ребята спят, ребята спят. Набираются сил. Андрей лежит, отдыхает. И вот знаете, вот он, у него телефон в руках. А на телефоне знаете, что он смотрит? Он смотрит мой сериал. Вот именно... Тот самый сериал, вот вчерашнюю серию. Вот посмотрите. Вот как это выглядит. Я смотрю, много чего не меняется. Вот это. Она тоже не меняет. Офигительно. Сейчас приблизительно час времени, может быть полвторого. Наша стена сделана наполовину. Остался верхний ряд горизонтально. И все. Матас сити одеем. Мы крепим следующий ряд горизонтально, используем вот эти вот леса. О, у меня тут даже что-то написано. А то сям-то, а не сям-то. 3 часа практически без 25 минут. Но мы решили выпить кофе. 3 стаканчика, 1, 2, 3. Вот это мой, с одной ложкой сахара. Удивляюсь этим ребятам из Украины. Целый день носят арматуру. Целый день носят себя. Это просто поле, арматурное поле, ребята. Приехала арматура, но это уже третий вот такой вот грузовичок, который привез арматуру. Она здесь относительно небольшая, мнатовская, самая маленькая. Да.
Третий грузовичок за сегодняшний день. Краном сгружаем, все вниз складываем. Все быстро. Тайр и Надя наверху. А когда тайр и Надя наверху, это значит, что никаких проблем с арматурой не будет. Occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, нарезаю арматуру для колонн. Every single day, yeah. Van Gogh, my earlobe, I can't hear, I'm here though, I may be. Кто-то высверливает, кто-то забивает арматуру, кто-то делает опалубку, вырезает. Это у нас балки, которые бэушные, они идут как мусор. Я не знаю, где Одет их нашел, но они сюда попали бесплатно. А новые, точно такие же, они стоят очень много. И вот таким вот образом на всем Одет экономит. Где-то ищет какой-то мусор, находит, притягивает. Вот нашел где-то эти балки. Ребята, если вы строите такой дом, зачем вам мусор? Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Если честно, я еще столько железа не видел в своей жизни. Вот честно, так, откровенно. Hey, I'm on vacation. Every single day, every single day.